Гонщик торпедо ШАЗ Дмитрий Солянников стал бронзовым призером личного чемпионата России по ледовому спидвею. Завершающие этапы марафона финальных гонок прошли 17-18 февраля в городе Красногорск. Праздник ледового спидвея завершился именно на стадионе «Зорьки» при полных трибунах и великолепного шоу от организаторов. По итогам шестого финала первое место у Никиты Богданова. Судьба второго и третьего места решалась в перезаезде между Дмитрием Колтаковым и Сергеем Макаровым, где быстрее оказался Дмитрий. Динар Валеев не смог побороться за подиум на этапе, допустив досадное падение в 25-м заезде. В итоге Динар на 4-й строчке в таблице. Хорошую гонку вновь показал шадринский спортсмен Константин Коленкин, став 5-м на данном этапе, опередив Солянникова. Именно в Красногорске после очередного шестого финала были подведены итоги всего чемпионата. По сумме набранных баллов во всех этапах бронзовым призером стал Дмитрий Солянников. Динар Валеев на втором месте, а победителем и обладателем очередного звания чемпиона России стал Никита Богданов. Этот сезон был сложнее намного предыдущих морально. То есть, в принципе, он выдался одним из самых сложных. Поэтому я не знаю, что, как сравнивать, потому что прошлый сезон прошел гораздо стабильнее, гораздо легче, чем этот и чем первый год, когда я стал чемпионом России. Наверное, сказывается еще то, что с каждым годом этапы увеличиваются. То есть сначала было 2, потом 5, сейчас вообще 6. У меня была цель такая же, как и всегда, это просто проехать хорошо, проехать достойно самого себя, а там будет что будет. Шадринские гонщики Константин Коленкин и Матвей Волков на 7-м и 9-м месте соответственно. Напомним, что шадринских болельщиков ждет еще одна гонка на стадионе «Торпедо». Она станет завершающей во всем ледовом сезоне. 9 и 10 марта на лед выйдут юниоры, чтобы определить лучшего в рамках личного первенства России. Напомним, что именно шадринские гонщики стали победителями командного первенства текущего года.